В Карагандинской области жители поселка Карагайлы долгое время живут в условиях дефицита воды. Третий год там строят комплекс инженерных сооружений, чтобы создать бытовые условия для населения. Когда каргалинцы откажутся от колонок и септиков, выясняла Марина Золотарева. В этом году Карагайлы отметил 70-летие. За последние 30 лет население поселка сократилось в 4 раза. И все это время люди живут без центральных канализаций и водоснабжения. Гаухар Ержанова живет в поселке с рождения. Говорит, раньше вода была в каждом доме. Сейчас за ней нужно идти. Для семьи из 7 человек каждый день необходимо минимум 60 литров. А если хозяйка затеяла стирку, то и все 100. Вообще проблема частично, вообще не знаем даже. Иногда воды не бывает, с работы приходим, за водой идешь. Зимой вообще трудно таскать. На машине таскаем и пешком, и так. И в руках, и в руках, и на тачке. Кто как сумеет. В поселке 1000 жилых домов, и только пятая часть из них с водопроводом. Его жители провели за свой счет. Остальные ежедневно запасаются водой из колонок. Сейчас практически все улицы перекопаны. Рабочие прокладывают сети к каждому дому. По канализации нужно прокопать 38 километров, а по водоснабжению 52,5 километра. И в данное время уже процентов 80 этих работ выполнены. Установлены колодцы, выкопаны две скважины. Центральный водопровод и систему канализации строят по национальному проекту «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Из республиканской казны выделено 6 миллиардов тенге. Трехгодичный проект планируют завершить осенью этого года. После начнут приводить в порядок дороги внутри поселка. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Зриназ Улпыхар, Карагандинская область, 24 КЗ.